Гениальный композитор Эдвард Грик, оказывается, был замечательным пианистом, концертирующим пианистом. И его концерты до конца жизни создавали ту атмосферу, совершенно необыкновенную атмосферу в концертном зале. Рассказывают, что человек, который пришел и услышал Грига, его речь музыкальную, он не хотел уходить из зала. И всю жизнь Эдвард Грик писал для рояля любимого тоже, наряду с множеством других произведений. И всю жизнь он писал лирические пьесы, целый огромный цикл. И вот из этого цикла я сейчас вам исполню 5 пьес. Они называются: первая — «Ариэтта», вторая — «Рассказ сторожа», третья — «Норвежский танец», четвертая — «Странник», и пятая — «Норвежская мелодия».